книги, потому что иногда едешь в машине. В одной из моих машин, если я, например, в Ламборгини, это удобно, я обычно люблю аудиокниги. Ну, не знаю, например, по психологии или чему-то более. Если я расслабляюсь в Роллсе, мне надо что-то более серьезное, может, воодушевляющее, например, откинувшись назад, выпить немного шампанского, потому что в нем есть холодильник, да, хочется чего-то более воодушевляющего. Как, например, послушать биографию какой-то легендарной личности или что-то типа того. И когда я дома, у меня есть стереосистема. В каждой комнате. Сколько комнат? Ну, не знаю, 16. Поэтому я могу слушать аудиокнигу, и она будет начинать звучать в любой комнате, когда я дома, я не знаю, что-то в джакузи, через водные колонки, что могу и там слушать аудиокниги. Да, мне нравятся аудиокниги. Очень много информации. Очень интересно. Конечно.